у нас с вами Хабаровск, у каждой партии есть устав, утвержденный в Минюсте. Не у всех есть свой флаг или знамя. Гимн практически только у ЛДПР. А теперь мы вводим как обязательный атрибут приветствие членов ЛДПР. Учитывая ситуацию в Хабаровске, мы решили это слово взять на, как приветствие. Вот так вот. Хабаровск. Хабаровск. Это будет стимулировать, мобилизовывать и объединять всех членов партии по всей стране. Это вот 11 июля, когда жители Хабаровска без всякой команды сами вышли и без единого нарушения просто прошлись по центральным улицам города. И Комсомольск-на-Амуре, и другие города. Вот образец высокой культуры. Но когда мы будем проводить ЛДПР, мы обязательно получим разрешение на санкционированный митинг и тоже будем проводить по всей стране в связи с выборами, с какими-то праздниками.